Всем большой привет! Сегодня я вам хочу показать 5 идей для осенних образов на такую раннюю осень, еще с теплой погодой. Интересные сочетания, какие-то цветовые решения. В общем, скоро все увидите сами. Мне безумно нравится осенью оставлять летние оттенки, то есть светлые, поэтому за основу в первом образе я взяла, естественно, белые джинсы. Розовый цвет не самый базовый в моем гардеробе, поэтому я его добавляю исключительно как акцент. Мне очень нравится его сочетание именно со светлыми оттенками. Мне нравится, что мои любимые ботинки от Vagabond до сих пор актуальны в этом сезоне. Мне очень нравится сочетание такой толстой подошвы и очень тонкой щиколотки. Это выглядит достаточно женственно, ну плюс еще прибавляет рост. Мне очень нужен был именно черный контраст в плане обуви для того, чтобы поддержать баланс свитера. И, естественно, первым делом, в первом образе я вам покажу полоску, которой сегодня будет очень много, потому что на данный момент это самый актуальный и яркий такой живой тренд, который, безусловно, подойдет к любому гардеробу, неважно, любите ли вы минимализм или яркие цвета. И, кстати говоря, розовое пятно будет поддерживаться еще и кепкой. Она прям очень такая прям неоново-розовая, и мне безумно импонирует сочетание этих двух оттенков. Рубашка в этом плане, как вы видите, выглядывает совсем чуть-чуть, и она тоже выбрана именно для баланса. Я ее ношу на одну сторону, и, собственно, в таком луке мне очень комфортно. Осталось добавить только любую абсолютно верхнюю одежду. Ну, очень здорово будет смотреться также длинное пальто. В идею второго образа, который я вам хочу сегодня предложить, ляжет идея цветового сочетания. Он будет очень простой и базовый, но тут именно цвета играют первостепенную роль. Я уже говорила о классическом трио цветов. Это голубой и вся палитра синего, а также рыжий и, естественно, белый. Эти сочетания являются одними из самых аккуратных, благородных и действительно очень классных. Поэтому я советую вам присмотреться к вот такой вот гамме и попробовать экспериментировать с теми деталями, которые есть у вас в гардеробе. И в данном случае, по причине того, что лук очень простой, такой кажуальный, были выбраны именно классические брюки со стрелками для того, чтобы они немножко вытягивали и усложняли весь образ, и смотрелось это более гармонично. Юбки у нас считаются менее комфортными, чем, например, брюки, но если речь идет о каком-то простом крое и о комфортной длине, типа миди или макси, то она вполне гармонично может войти и в осень. И мне очень нравятся именно такие юбки в сочетании с более грубой обувью. Конечно, в данном случае мне не хватило длины обуви, но очень классно будут смотреться актуальные сейчас сапоги-трубы, очень высокие, которые, собственно, ногу и закроют, и не будет этого промежутка голой ноги. Но в целом мне очень нравится и комфорт длины свитера в полоску, и юбки.
Единственное, что мне напоследок хотелось добавить, это какую-то более сложную модель сумки с тоже цветным акцентом, для того, чтобы тоже образ не выглядел слишком простым. В этом году особенное внимание стоит уделять моделям, которые призваны делать акцент на женской фигуре, то есть на тонкой талии, на ширине бедер в хорошем смысле. И вот такие структурные пиджаки и блейзеры, они будут максимально актуальны. У меня подобный блейзер от COS очень гармонично вписывается, на мой взгляд, с голубыми джинсами от Zara. Я их очень люблю, они и комплементарны фактически любой фигуре, и действительно очень комфортны в носке в повседневной жизни. И в плане обуви я бы предпочитала здесь все-таки делать акцент на каблук, потому что есть достаточно широкие джинсы. Но вот именно мне нравится сочетание голубого и коричневого, и, следовательно, обувь тоже хотелось бы поддержать именно светлым оттенком, гармоничным. Именно для того, чтобы жакет оставался вот самым ярким акцентом в образе, поэтому и сумку я выбрала тоже светлую. Ну и последний аутфит на сегодня будет максимально классическим и спокойным, очень сдержанным, который будет подходить и для работы, и для, в принципе, повседневной жизни. Мне очень нравится. Мне хотелось обычный классный серый костюм дополнить именно классическими лодочками, для того, чтобы немножко вытянуть его в претенциозный стиль. Но и с другой же стороны, чтобы сделать перевес, я добавила ярких акцентов в виде полюбившегося мне пока сейчас свитера и яркой сумки. Здорово, что здесь можно миксовать, в принципе, любые оттенки, потому что у нас есть абсолютно спокойная и сдержанная база. Мне очень нравится, как кроп-топы смотрятся в таких комплектах. Ну, могут быть и майки по длине, все зависит от того, для чего был выбран этот костюм. И на сегодня это все. Спасибо большое, что были со мной. Я, как всегда, вас жду в комментариях внизу. И увидимся с вами уже скоро в следующих видео. Всем пока. Ваша Диана.